плечом к плечу, из года в год идем уверенным движением. Одной дорогой мы идем, дорогой новых достижений. 31 августа большая команда крупнейшей в мире компании производителя нефти «Роснефть» отметила свой профессиональный праздник – День работника нефтяной и газовой промышленности. Сегодня особенный торжественный день. Для многих жителей Новокуйбышевска наши заводы стали судьбой, самой жизнью, и поэтому наши заводы – это большая дружная семья. И поэтому каждый год и в этом году мы продолжаем успешно, качественно и вовремя выполнять наши производственные планы. Завод развивается, мы строим новые установки, реализуются социальные программы. Все эти достижения, безусловно, наша с вами заслуга. Это наш общий успех. Особую благодарность в рамках сегодняшнего праздника хотелось бы сказать ветеранам и тем людям, которые стояли истоков, которые в 50-60-е годы строили наши мощности. Уже несколько лет большая команда Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского завода масел и присадок трудится на благо Роснефти и занимает лидирующие позиции по производству и переработке нефти. Вместе эта команда развивает инфраструктуру Новокуйбышевска, благоустраивает город. Я очень рад, что на наших предприятиях компания «Роснефть» дает возможность развиваться нашим предприятиям, поддерживать действующие производственные мощности, развиваться молодежи нашей творческой, показывать и добиваться хороших результатов. Перед нами стоят еще многие большие амбициозные задачи. Я думаю, с таким коллективом, как у нас, на всех наших предприятиях, все задачи по плечу. Сотрудники ведущих предприятий отрасли – гордость нефтяной промышленности России. И в этот день уже традиционно чествовали лучших из лучших. Сергей Рожков трудится на предприятии 14 лет. Пришел на завод в должности машиниста кассирного оборудования, а сегодня начальник сектора по учету и планированию топливно-энергетических ресурсов. Мне это некий, скажем так, градиент, который показывает значимость, ну, моего вклада в общую работу коллектива. Людмила Красева посвятила заводу 35 лет. Она владеет всеми методами испытаний в лаборатории группы операционного контроля и паспортизации битума. За активное участие в процессе внедрения новых методов испытаний Людмилу Викторовну в коллективе называют инноватором. Самой я считаю, что это, конечно, гордость, горжусь, что я работаю на этом заводе, что меня выдвинули на эту награду. Спасибо руководству. Торжественные мероприятия проходили в Новокуйбышевске весь день. Около здания Новокуйбышевского филиала Самарского технического университета открыли памятник нефтянику. Заключительным финалом дня стал праздник на стадионе «Нефтяник». С профессиональным днем работников новокуйбышевских предприятий поздравил глава региона Дмитрий Азаров.